Всем привет, с вами я, Дамир ТВ. Сегодня я вам покажу, как сделать автошахту. Вот, как видите, я ее уже сделал, но сейчас я покажу по деталям. Сейчас загрузится. 10 000 лет спустя. Сейчас загрузится. Подожди. Вот я опять и тут. Так, сейчас. Подлагала немного. Вот, сейчас. Покажу. Перейду в гамемод 1. Так. Еще можно, конечно, написать гамемод S, но мне это не надо. Ну вот, как видите, я ломаю, и блоки как-то ставятся. Сейчас я вам детально покажу. Вот, ставим командный блок. И пишем команду. Fill. Черточка, черточка. Теперь единичка. Потом пробел. Черточка, черточка, черточка. И вот каждый тут делает ошибку. Ставят вот так вот. Но так не надо делать. Тут надо сделать пробел. И потом после этого пробела, например, лог. Потом мы пишем работать всегда. Цикл. И у нас появляется дерево. И мы его не можем сломать. Так можно и с другими блоками. Например, я покажу Diamond Ore. Ore — это руда. Это так понятно. Сейчас я возьму бедрок. Так. Извините, пожалуйста. Ой. Так. Вот, вот если вам надо лазурит, тогда лаписор. Если что, поставьте на паузу. Если надо, вот эмеральда, например, эмеральд ор. Ну, наверное, все знают. Голд ор. Айрон ор. Камень будет стон. И песок сэнд. Ну, если вы сделали, в следующем видео я покажу, как сделать вот такие, например, флажки. Еще я вам покажу одну команду. Это та же команда, только я не хочу сейчас рисковать этим миром, потому что я на нем играю. Так, сейчас, подождите. Все, мы вернулись. И не судите строго, это мое первое видео. Итак, все знают команду Fill. В следующем видео я буду показывать команды, какие я знаю. Ну, это та же команда. Так что, ну, только вы сейчас удивитесь. Пишем вот так вот. Пишем, например, 100. Ой. Теперь пишем тут вот такие две черточки. Пишем. Ой. 60, например. Ну, можно любое число, не больше 325 вроде. Так, и пишем, например, какой-то блок. Например, я напишу... Ой. Напишу лого. Ну, дерево. И смотрите. Вот эта вся поляна, она в дереве. Ладно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока!